Сообщается, что журналисты нашли дворец Кадырова в Дубае. Мы не располагаем информации о том, действительно ли этот дворец принадлежит ему, но о том, что у Кадырова в Дубае есть подготовленная подушка, мы пишем давно. Именно Дубай Кадыров считает запасным вариантом для себя и своей семьи на случай падения своей преступной власти. И не стоит удивляться, что в эту подушку в Дубае будет вложено множество миллионов долларов, награбленных у чеченского народа.